Всем привет, друзья! С вами канал Short Fuse. Мы возвращаем снегоходную тему на канал постройкой нового проекта – самодельного снегохода «Мичиган». В его основе легкая и прочная рама, собравшая все наши ранние наработки. Она еще не доделана и со временем будет немного меняться. Должен получиться полноценный двухместный снегоход на длинной 380-й гусянке, которая, кстати, к нам уже пришла. Гусеница «Полярник 73 шага» длиной 3686 мм. Она позволит снегоходу преодолевать снег любой глубины и при этом держать хорошую скорость. По укатанному снегу она составит примерно 70-75 км в час. По глубокому и пухлому снегу покажут уже испытания. Задняя подвеска склизовая. Конструкция тележки отличается от наших ранних снегоходов. Она заметно длиннее, да и сами рычаги расположены немного иначе. Рельсы, как обычно, алюминиевые, от снегохода «Тайга». Я ранее уже озвучивал, что нет смысла их делать самодельными. Да, дорого, но они легкие и прочные, своих денег стоят. Здесь можно увидеть, как амортизатор завязан на переднем рычаге. Для нас эта компоновка новая, и ее работу мы также будем испытывать вместе с вами. Двигатель – это тот самый двухцилиндровый американец Brick Stratton с нашего проекта самодельного снегохода «Вепрь», который, кстати, ехал очень достойно. Я разгонялся на нем до 70 км в час и штурмовал снег любой глубины. А на новой, более легкой и технологичной раме он поедет еще быстрее. Мощность 22 лошадиные силы, бензонасос, катушка освещения, масляный радиатор – все как положено. Есть такое утверждение, что американские лошадиные силы и китайские абсолютно несопоставимы. Проект обещает быть интересным. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на канал. Всем пока!